Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием The Walking Zombie 2. Это одиночный шутер про зомби, который портировали с мобилок. Игра у нас бесплатная. Посмотрим, если нас зацепит, будем играть дальше. Какие-то роды. Эта женщина... Скажи, если понадобится помощь, заражена или она просто грязная? Непонятно. Она заражена, мы должны ее убить. Она может обратиться в любую секунду. Я знаю, но мы должны спасти ребенка. Это было ее последнее желание. Это мальчик. Как его назовем? Ваше имя. Серьезно, я не хочу свое имя здесь оставлять. Ну ладно. Не особо-то впечатляет это рождение. А как его мать? Она выглядела неважно. Осторожно, она сбежала. Бежим. Нормально. Всех перемочили. Так, движение. Перезарядка, фигня. Сменить оружие, фигня. Кнопка действия, открыть, закрыть. Выбрать оружие, использовать. То есть ничего необычного. Хотя, стоп. Надо было проверить звук, но вроде все отпадно. А я могу ходить, отлично. Может, стоило взять ребенка и просто уйти? Блин, только ребенка не жрите. А хотя, что я экономлю-то? У меня целая куча боеприпасов. Я только сейчас внимание обратил. А я голову что-то выцеливаю. Спасите ребенка. Отнеси ребенка в фургон. Здесь ничего не лежит. Ладно. Бросили его. Тут миниган у нас. О, возьмите пулемет. Убить орду зомби. 30 зомбаков. Не такая уж орда. Они только там тут? Нет. Оба-на. А там ребенка случаем не жрут? А я это уже взрывал. Ну куда вы, куда? Отдыхайте. Рождение героя. Двадцать лет спустя. Этот молодой герой вырос среди бродяг, нашедших пристанище в окрестных лесах. Фрэнк. Работа, защита леса, увлечение. Они рыщут среди развалин старых городов в поисках снаряжения, еды и медикаментов. Лейла. Исцеление людей, забота о дочке. Какого-то мужика. Это инвалид вообще? Как он выжил? Члены сообщества жителей леса избегают праздного... Почему так быстро исчезает, старшой? Нянчиться с жителями леса. На это нет времени. На увлечение. Они слишком хорошо знают, что любая остановка означает смерть или, что хуже, не смерть. Остановка, поэтому они лагерь разбили. Это... Избранные, спасение мира, подчинение приказам игроков от бога. Как много здесь персонажей. А почему мы за него играем? За алкаша. Я думал, мне того дадут. Ну-ка. Что у него здесь есть? Ничего особенного. Что скажешь? А ты? Ударить не могу. Жаль. Как ваши дела? Вот, я думал, я за этого буду играть. Белье развесили. Ладно, старшой, говори. С 20-летием тебя. Ну, какие ощущения... Я жажду действий.
Теперь ты будешь ходить в походы, мы рады любой помощи. Нет проблем, старшой. Найди Фрэнка, у него есть для тебя оружие. Принято. Эй, Фрэнк. Желаю удачи, вот возьми один из этих стволов и боеприпасы. Хочу вот эту пушечку. Загляни на стрельбище, там ты можешь потренироваться в стрельбе. Ага, спасибо, весьма кстати. Стрельбище. Идти. Литры тратятся. Вот это могли бы и убрать. Выберите оружие. Так, для смены. Стоп, а экипировать, может, нужно? Да, отлично. Открыли. Тут у нас сковородка и бейсбольная бита. А еще есть совок детский. Давай биту возьмем. Бейсбольная бита. Надеть. Вспомогательная. А я могу остальное взять? Нет. Ну ладно. Может, не тратить боеприпасы? Оба-на. Оба-на. Надо сбить. Видимо, так. Это очень быстро. И валим обратно. А это не слишком ли громко было? Зомбаки ведь туда сбегутся сейчас. А это стрельбище у них прямо... у носа, блин. Фрэнк. Ну давай поговорим, Фрэнк. У меня сейчас нет времени, сначала научись обращаться с оружием, а потом заходи. Готовы проще пареной репы. Итак, раз ты научилась стрелять, я могу подкинуть тебе работенку. Интересно? Продолжай. Вчера ночью через наше стрельбище прошло стадо зомби. Я хочу, чтобы ты починил там забор. Принято. Спасибо. Ты что скажешь, Аманда? Приветик, привет, как ты? Ладно, у меня есть секрет, только не говори ничего маме. Вам нужен уровень 21. Умение разговор. Давай, до свидания. Боря. Привет, рад, что ты здесь. Ой, а чего это ты весь в говне? Да, просто я сидел в тубзике и изводил часы, они как назло упали туда. Продолжай. Это все, что у меня осталось от родителей, и ты не мог бы помочь мне найти их. Принято. Серьезно? Блин, Борис. Серьезно, пусть пока проветрится. Сбегаем к старшому. Может, он что-нибудь скажет. Откроется на третьем уровне. Ты уже научился стрелять, у меня есть для тебя работенка, но для начала ты должен набраться опыта. Ладно, Борис. Только ради опыта поможем тебе. Ох, блин. Борька, ты не убирал, видимо, за собой давно. Что за бред? Где его часы? Они могли бы себе дырку побольше выкопать. Держи. Ну как, ты их откопал? Готово, проще пареной репы. Отлично, спасибо. Не беспокойся, ради друга я готов на все, или... А что я получу взамен? У меня есть кое-что из еды, но это мои последние припасы. Минус карма, но еда. Или, понятно, я не стану забирать твою последнюю еду и плюс 5 карми. Ну давай. Окажи мне еще одну услугу. Я оставил в нашем прошлом убежище фото жены. Но теперь я не могу туда вернуться. Продолжай. Ты не мог бы сходить туда и принести его? Я отдам тебе снаряжение, которое не использую. Ладно, Борян. Ты теперь мне друган. Мы через столько прошли вместе. Поэтому я тебе обязательно помогу. Старый дом. Бежим. Скоро будет второй уровень.
Так. А мне не обязательно зомбаков мочить? Да? Стоп, где бита? Она не ломается же у меня? Их обыскивать нельзя. Ну ладно. Хотя почему бы их просто не помочить? Оба-на. О, что-то дали. А то будут меня преследовать эти говнюки. Мне патроны еще в придачу дают. Целую кучу. Так, перезаряжаемся. Вот еще крысеныш ходит. Ой, увернулся. Да вы посмотрите на него. Бутылка воды. Обыскиваем. Зомбаков мы всех замочили. Убить орду зомби. Целых 8 зомбаков. Ох, блин, сейчас меня ударят. Козлы. Так, погоди. Перезарядочка. Все, отдыхай. Ищем дальше. Тут у нас фоточки не было, это мы можем открыть. А здесь что? Здесь у нас ничего. Ладно. Здесь тоже ничего, ищем. По-любому здесь должна быть фотка. Или меня вон туда пошлют. А, вот фотка. Все. Еще 8. А, нет, 6 зомбаков. Лучше в головы целиться. Да, блин, сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Они меня не ударили. Фото жены Бориса. Миссия завершена. Тут у нас сейф. Возможно, мне сюда придется возвращаться. Ради другого задания. Я хочу еще сходить на задний двор. Прежде чем отсюда свалить. Там еще зомбак ходит. А тут больше нифига и нет. А мне за убийство не дают опыт? Зомбаков, да? Ладно, тогда вернусь. Идти. Оба-на, дошли. Барян. Друг. Держи. Я ценю твою помощь, у меня есть для тебя отличное предложение. Продолжай. Однажды я спрятал некоторые боеприпасы в определенном районе. Вам просто нужно туда добраться и найти их. Принято. Оба-на, шляпку дал. Новый уровень. Очки умений и бензин забрать. Персонаж. А, вот умение. Стоп, а карма — это отражение всех ваших добрых и злых решений. Она влияет на некоторые встречи, выбор в диалогах и тому подобное. Разговор. Огнестрельное оружие. Урон увеличивается на 1% за каждое очко умений. Защита, здоровье. Плюс 1 очко. Максимальное здоровье 50, базовое значение плюс 20. Целительство. За каждое очко умений исцеление увеличивается на 1%. Но, блин, такое себе, если честно. Я не знаю, что мне пока нужно. Тут у нас что? Хм. Вот это можно забрать. А, пока нельзя. Ладно. Ладно. Просто смотрю на покупочки. Вот, можно забрать. Но мне это пока ни к чему. У меня полный бак. Поэтому идем на карту. А, стоп. Инвентарь. Броня 2. Надели. На стрельбище идем опять. Починить забор нужно. Сразу бы вот он сказал. И все.
А то будут меня сейчас посылать туда-сюда. Почините забор. Один. Ой, блин, ах ты, крыса. Как его чинить-то? А у вас тут много, я смотрю. Главное не потратить все патроны. А то потом придется бегать и битой махать. Оба-на. Все, теперь мне никто не помешает. Ну давай починим. Сейчас новые попрут, мне кажется. Убить орду зомби, ну разумеется. Так, перезарядка. Что вы вытворяете? Зачем так махать башкой своей тупой? Почините забор. Ладно, перезаряжаемся и чиним. Ах ты, крысёныш. Патроны дали. Это приятно. А может вы обратно к бочке пойдете, а я как бомбану? Ну ладно, с патронами у меня вообще пока никаких проблем нет. Поэтому нормально. Все, валим отсюда. Оп-оп-оп, дошли. Фрэнк? Как это выглядит? Готовы проще пареные репы? Превосходно, может ты хочешь заглянуть к торговцу, он только что прибыл в город. Сходи, посмотри на его товары. Вот, держи немного денег. 1500, ух ты, спасибо. То есть за задание он мне сколько дал? 150? И просто так 1500 сверху накинул, да? Серьезно? Торговец, привет. Умение путешественник плюс 2%. Это будет всегда работать? Рюкзак. Найденные предметы можно продать только торговцам. Продать все куски. Ладно. Патроны для ружья. Они мне не нужны. Бинт. Бутылка воды. О, у меня ботинки есть и штаны, серьезно. Ну давай вот это купим. Сундук доступен на 4 уровне. Умение целительства плюс 2%. Ну вот. Покупаем за 950, хотя написано 1000. Может, мы и договорились. И это за 950. Так, выйди. Надеюсь, я не просто так деньги слил. Где мои вещи? Использование. Вы не можете читать книги, сначала активируйте способность чтения. Это как? Активируйте способность чтения. Умение. И где это найти? Что за чтение? Зря я купил, что ли, получается? Что за подстава? Сундук доступен только в городе, а я, блин, где? Защита 7. Читай, блин. Способность чтения. Серьезно? Ладно. Эй, Фрэнк, я слил твои деньги. Простишь меня? Привет, мне нужна помощь, у тебя есть время? Продолжай. Иди в мелколесье и зачисти его от зомби. Продолжай. Я оставил тебе пару гранат, можешь их опробовать. Принято. И разговор 25 тут требуется. Где у нас умение? Разговор.
Качаем. Все. 25, поэтому Фрэнк. Миссия не выполнена. А, то есть сначала надо другую выполнить. Нельзя сразу несколько взять. Пойдем опять в старый дом. Прогуляемся. Зомбаки. Ну ладно. Этих мы подорвали. Этих неудачников я расстреляю. Угу. Отлично. Сюда мы попасть не сможем. Хотя там должны быть зомбаки. Ладно, где наши гранаты? Взаимодействие. Так, минус овощи. Ударить. Нормально он ударил. А почему не сработало? Доступ разрешен. Вы там что забыли, блин? В бункере своем глупом. Оно назад, блин. А ну не пригибайся. Гранаты. Все серьезно? Это было очень просто. А давай вот сюда сбегаем. Оп-оп-оп-оп-оп. Войти. Убейте зомби с помощью гранаты. Можно отказаться от миссии. Надеть ремень. Как гранату бросать? А, три, вот. Убить орду зомби. Но это же уже не с помощью гранат. Оба-на. Ладно, можно пальнуть сюда. Вообще это нелогично. Там же топливо какое-то. Лучше бы он просто его взял и притащил в свой лагерь. Мне ударили. Неприятно. Гранаты я лучше себе оставлю. На какие-нибудь плохие времена. Надеюсь, отбирать у меня их не будут. Блин, еще что ли 18 зомби? Серьезно? А я могу еще взять гранат? Ладно, пусть подходят и... Взрыв. И там взрыв. Остались только вот эти неудачники. Миссия завершена. Все, теперь точно можно валить в лагерь. И сдавать задания. Так, Фрэнк. Готово, проще пареной репы. Привет, мне нужна помощь. У нас возникли кое-какие проблемы возле старой шахты. Оттуда лезут целые полчища зомби. Продолжай. Нужно уничтожить шахты, я все объясню по пути. Принято. Аманда. Разговор. Ладно, у меня есть секрет, только не говорите ничего маме. Не волнуйся, я ничего ей не скажу. Я нашла пистолет, хотите его взять? Нет, спасибо, думаю, это идеальная игрушка для ребенка. Глупо отказываться от пистолета. Глок. Еще и патроны. Так, а торговец? Он всегда теперь здесь будет, что ли? Ключи какие-то у него есть. Это отмычка. Рюкзак.
Кусок кожи. А они мне нужны, может, будут для крафта какого-нибудь? Ладно, продаем. Если перепродавать эти книги, то за 250 только, серьезно. Что за жесть? О, Боря. Готово, проще пареной репы. Ты больше не хочешь со мной разговаривать, Боря? Нет. Новый уровень. Очки умений, бензин, очки способностей. Что за способности? А, может, чтение, вот. Чтение неактивно. Открывает способность книжный червь. Наконец-то вы научились читать. С этой способностью вы прочтете любую книгу или журнал. Активировать. Ура, мы умеем читать. Теперь заходим в инвентарь свой и читаем целительство плюс 2. Путешественник плюс 2. Так, где твои умения? 22 и... А, и вот сразу 22. Отлично. Хм... А стоп, это что? Снижает затраты бензина во время поездок. Торговля снижает цены на товары у торговцев. Стоимость покупки — это цена минус 20%, умноженная на цену, умноженная на 0,25. Устойчивость к радиации. Ладно. Задание, значит. Стоп, а что это за подарок? Забрать. Путешествие игрока. Уровень первый. О, на четвертом будет выбор. Неплохой. Гранаты. Все-таки, видимо, гранаты здесь крутые. Журналы всякие, патроны. А сколько здесь всего уровней? Сотый, видимо, последний. Вход в научную базу. Идем. Здесь всякие шмя... Что? Даже не пытаясь стрелять и бросать гранаты, действовать нужно тихо. У меня есть бита. Какой у нас план? Возьми биту. Да у меня есть одна, серьезно. Принеси вон те ракеты. И взорви вход в шахты. Так мы защитим лес от нападения зомби. Неплохо придумано. Прикроешь меня? Конечно, прикрою из машины. Ах ты урод. У меня есть одна бита, серьезно, блин. Отказаться от миссии? Нет. Так. Да боже, 3 плюс 1. Можно это закрыть? Я хочу на свою посмотреть. 3 плюс 1. То есть это одно и то же получается, да? Скорость атаки 0,4. 0,4. Ну, круто. Оба-на, нифига себе. Так, пока. Да, блин, сдохни. А я не могу какой-нибудь сильный удар зарядить. Главное, чтобы меня не окружили. Так. Теперь вы, значит, да? Ладно, давай, иди в проход. У них тоже есть уровни. Я только сейчас внимание обратил. Все? Никто ничего не слышал? А это кто там? Я тебя видел, блин, крысёныш. Зомби-мусорщик. Вы откуда здесь? Какими судьбами? Ах ты, крыса!
все, валим. Но вообще, я мог бы спокойно их расстрелять. Мне не жалко было. Идите обратно к машине. Да блин, свали отсюда, как уйти-то? О, да. Я буду вообще хилиться, нет? Все, валим. Надо было их сначала раскидать. Да блин, не надо мне ничего предлагать. Войти. Эй, Фрэнк. Так, готово. Ага, и кстати, только что приехал Ас, он самый известный истребитель зомби в нашем районе. Поговори с ним, может, у него есть для тебя задание. Спасибо. Новый уровень. Умение. Ладно. К старшому, кстати, можно подойти. Продолжай. Я часто хожу по грибы и собираю дрова в мелколесье, но недавно я заметила там несколько зомби. Ты не мог бы сходить туда и зачистить местность? В награду я научу тебя быстрее лечить свои раны. Это работа для доктора. Ты уже научился стрелять, у меня есть для тебя работенка, но для начала ты должен набраться опыта. Мне нужен доброволец для исследования старого дома к западу отсюда. Поговорим вечером, когда все лягут. Хорошо, встретимся вечером у костра. Тем вечером. Ты меня искал? Да, да, присаживайся. У нас тут довольно серьезные проблемы. На прошлой неделе у нас закончились припасы. Что, у нас же все прекрасно, только посмотри на этот гуляш. Поверь, ты не хочешь знать, из чего он приготовлен, но думаю, завтра мы крепко выспимся. Скоро зима, и нам нужно хорошо подготовиться. То есть, либо я приношу припасы из вашего старого дома, либо в следующий раз стану основой для гуляша? Ну, вообще-то, когда я обсуждал это с Фрэнком, он просто предложил тебя съесть. Вот засранец, а есть кто-то еще, кто хотел бы отведать моего мяса? Сложно сказать, но я слышал, как Лейла говорила, что ты сладкий, как конфетка. И проснулся. Ох. Так, открывай. Надо подойти вот еще сюда. Я знаю, чем тут можно заняться. Охота на зомби. Тройные. Защита местности. Охота на зомби. Еще что-нибудь есть? Миссия не выполнена. Защита местности. Еще что-нибудь есть? И то есть это у нас появились дополнительные задания? Да. Ладно. Думаю, можно на этом закончить. Вот такая вот игра, в принципе, не такая уж плохая. Я думаю, что поиграю в нее обязательно еще. Ладно, пока.